сегодняшнего дня, 25 сентября, по распоряжению главы Ульяновска Сергея Панчина начнут отапливаться городские школы, детские сады, учреждения культуры, спорта и здравоохранения. Одной из первых была запущена северная котельная на улице Орджоникидзе. У нас всего 46 теплоисточников. На сегодняшний день будет включено в работу, согласно графика, 15 теплоисточников. Мы находимся на одном из этих теплоисточников. Как вы видите, котельная 337-я, первая, по адресу Орджоникидзе 56А, где вы видите, что, соответственно, котел в работу включен и теплоноситель на объект социальной сферы пошел. По словам специалиста, срывов в работе по отопительному сезону быть не должно, поскольку в летнее время прошла масштабная ремонтная кампания. Заменили изношенные сети, отремонтировали оборудование и, самое главное, закупили новое. На очереди жилой сектор. Если в течение 5 дней среднесуточная температура на улице составит плюс 8 градусов или ниже, то тепло в квартиры поступит незамедлительно. И, судя по погоде за окном, это может произойти в самое ближайшее время. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.